Кто рано встает, того клиник на презентацию в Лондон зовет. Хотя стоп, я ведь и так уже в Лондоне. В общем, если вы не поняли, у нас была вечеринка на 7 часов утра. Закончилась она в 9, и мы сейчас идем в отель. И нас ждет презентация теперь, наконец-таки, нового продукта. Очень необычно после вечеринки выходить, а день только начался, и все только спешат на работу, а ты уже и потанцевал, и позавтракал. Мы уже вернулись в отель после вечеринки. Сейчас подождем немножко, девочки там соберутся. В общем, в 10 часов будет презентация уже продукта. Так что пока что мы отдыхаем. Так должен выглядеть вход в дом к Машиного сад. Я хочу, чтобы вы понимали, что Лондон — это не только Ноттинг Хилл с белыми домами или Саут Кенсингтон, как многие блогеры показывают, да, кто здесь живет. Лондон очень многообразен, и здесь есть восточный Лондон, который совершенно другой. И я не уверена, что Лондон вообще можно по какому-то району описать, да, то есть он настолько разнообразен, нельзя сказать, что восточный Лондон — это Лондон, или Ноттинг Хилл — это Лондон. Лондон — это все-все-все, все эти районы вместе взятые. И сегодня я хочу вам показать немножко восточного Лондона, чтобы вы имели представление хотя бы небольшое о том, что такая часть Лондона тоже существует.
Только что перед входом в метро мне вручили бесплатно две пасты с соусом. Вот он, Лондон. Все бесплатно раздают. Подписывайся на канал Слава Beauty Tips для того, чтобы не пропустить новые видео.